Министерство социального развития проводит интегрированные смены в оздоровительных лагерях. Дети с ограниченными возможностями отдыхают вместе со всеми и участвуют в различных мероприятиях. Одна из таких смен прошла в центре «Лазурный». Мария Рудыч подробнее. Большинству из этих детей показана реабилитация в воде, поэтому жаркие летние дни малыши с пользой проводят у бассейна. Ника сюда, в Лазурный, приезжает уже второй год подряд. Под присмотром мамы девочка плавает и выполняет различные упражнения. Для нас самое главное – это социальная адаптация. И здесь вот как раз детки разные, и нас хорошо принимают. Занятия. Этот бассейн спроектирован так, чтобы в нем могли заниматься и дети с заболеванием опорно-двигательного аппарата. В воду они погружаются при помощи специального механизма. Грандиозным событием для центра «Лазурный» стало открытие нового бассейна. Происходило оно по патронатам губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Медпункта, здание столовой. Все оснащены доступной средой. Тихо умиротворяющая музыка и приглушенный свет в этой комнате лечат солью. По показаниям врачей, нахождение в соляной пещере рекомендуют детям с заболеваниями дыхательной системы. А при помощи вот таких необычных очков лечат нарушение зрения. Помимо медицинских процедур, здесь еще активно применяют и лечение через общение. В интегрированной смене дети с диагнозом аутизм посещают массовые мероприятия вместе со всеми. Через несколько дней Ксюша, как и ее сверстники, приступит к занятиям. Девочка перешла во второй класс. Повторять школьную программу, по словам ее мамы, в стенах этого центра комфортно. По своему ребенку, что я заметила, она у меня стала, опять же, посещать зарядки, выполнять действия. То есть наши аутисты, они это, можно сказать, не умеют. Вот, сейчас они это научились. На базе «Лазурного» проходит занятие с логопедом. Работает здесь и кружок декоративно-прикладного творчества. Такие уроки развивают мелкую моторику. Заезд в лагерь осуществляется круглый год, а чтобы дети не отставали от школьной программы, с ними проводят занятия. Мария Рудыч, Ольга Зотова, Максим Гаврилец, Алла Хорунова, «Вести Саратов».